Нариман-шеф здесь живет? А? Откуда? Нариман-шеф тут живет. Это что за гном? Нариман-шеф тут живет. Опять? Это еще кто? Ай! Ай! Заходите! Кушать хотите? Да! Пойдемте готовить! Давайте добавим соль! Давайте! Вода наша закипела. Варится 3 минуты. Накрываем вот так тарелочкой и ждем. Паста наша сварилась. Добавляем чеснок. И добавляем нашу вонголь. Сразу немного солим. И тщательно все перемешиваем. Добавляем нашу пасту. Ну и конечно же, как без наших сливок. Сливки мегли. Кузин-шеф без пальмового масла, ребят. Паста наша готова. Какая паста? Смотрите. Паста наша готова. Используйте только качественный продукт. И все будет идеально. Иди готовы! Давайте кушайте! Вау, вот наши хоббиты, а, гномики.